Moscow City. Ну, в целом. Burger King, hello, baby. О, какая тача. Green, hello. Hello, moto. Мне здесь всегда нравится, когда вот такой фон, прям какой-то Питер, может быть, Москва, не знаю. Правда, здесь такое красивое. Кстати, здесь уже не раз так снимаю, красиво, смотрите. А еще, сейчас перейдем город. А то сейчас людей сбивают, часто начали. Ну, как и всегда, в принципе. Во. Ну, у меня такой король и Робин с кошкой. Мей. Поехали быстрее, быстрее. Что ты там жуешь? А ну отдай. А ну отдай. Клево. О май гад. Вот это вкусная штука. И там две вилочки. О. То-до! О, вкусняшка. Очень вкусненько, кстати. Предлагаю сейчас другие раз ставить. Мы найдемся этого. Нет? О, красотень. Я так сказала, знаешь, какая-то как музыка. Hello, Dada. Такая вот есть мелодия. Пёсечка, пёсечка, чуть-чуть, мунтимочка. И Викочка. Да, вот такие милашки с Бургер Кинга. Итак, переходим к продуктам питания. Смотрите, какая новогодняя коллекция. Взяла морского котика и снеговичка. И заметила еще Марвел. Марвел человечков вот этих. Потому что там у меня была распаковка DC-шных персонажей. А здесь Марвел. Интересненько, кто там может попадаться. Ну как, ну-ка. Ну это, естественно, мы понимаем, кто может попадаться. Ну хорошо бы, если попались. Так, далее, мандаринчики. Захотелось немножко мандаринчиков. Вот эта лапочка, вот она, бусечка, крюшоночка. О, в стекле. Да, крюшонка в стекле. Знаете, тот самый момент неловкости, когда в маршрутке стукаешься о поручень, и все думают такие, алкоголики. А ты такой, это крюшоночка моя, отстаньте. Так вот, потом вот такое вот. Мясо-салка, посмотрите, оно прям вот бекон, прям American style бекончик. Да, потом вот такие салфеточки. Памперина. Я думала, это памперс. Так, вот это просто наивкуснейший десерт, наверное, за всю мою жизнь. Просто белый шоколад с клубничным муссом. Гранд, по-моему, Эрман. Это не Германия, я не помню. Вариант подачи блюда. Какой вариант? А, вариант подачи блюда. Положить сюда эту еще клубничку. Ну, спасибо. Спасибо за идею, да. Очень важно. Смотрите, такой прозрачный стаканчик. Там вот так розовенько, беленько. Боже, это реально очень вкусно. Вот прям обожаю. Так, смотрите, что нашла. Нашла Рошен клубничная шоколадка. Вот я обожаю белую, но клубничная уже давно такой не было. Ну, похожая была, но только не такая. Ну, вот. Интересненько, надеюсь, будет вкусно, потому что с карамелью, ну, очень сладко было.
А белый, ну, это белый, обожаю белый. Клубничный здесь тоже будет классненький. Далее, потом вот такой вот ролтонок с характером. Куриные крылышки баффало. Ну, такой, да, мятноват. Ой, мятно, господи, островат. Островат. Так, тут еще с Бургер Кинга два бургера. Угу. А, на работу бургер можно взять, что? Так, и вот такая новинка, смотрите. Паттай, сенсой. Смотрите, читаем. Рисовая лапша под соусом с ананасами и тамариндом. Тамариндом или тамариндом, или тамариндом. Вот, как хотите, не знаю. Ну, вернее, не то, что как хотите, как надо, но неважно. Розовенькая такая упаковочка, классненькая, симпатулечка. Ну, как виделось, что с ананасовым соусом и тамариндом каким-то. Да, думаю, ну, прикольно, прикольно. Вот так это все выглядит красиво, симпатично. Прям, о, бози. Бози-бози. Вот, мне нравится, что сюда можно как раз заливаешь все, закрываешь, прям, о, кайфаек. Ну, вот так вот, вот такие вот у нас, так, качество, вот, такие у нас вкусняшечки, что-то заморское, интересное, новое. Это в Грин просто ездили. Песик. Да, вот. Ты карту ищешь? Короче, вот такая вот закупочка вот таких вкусняшечек. Розовенькая такой для девичья. Да. Все, поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Забыла про вот таких два календарика. Этот на кухню, цветочки, а этот мне в комнату. Искусство. Посмотрите. Посмотрите, какая здесь будет прелесть у меня. Ого. Да. Вот такая прелесть у меня будет в комнате. А здесь цветочки. А цветочки на кухонку. Посмотрите. О, июль. Просто волшебно. У меня здесь день рождения в июле. О, боже. Пиончики. Пиончики, любовь. Господи. Посмотрите. Так, качество. Вот. Посмотрите на это. Восхищение. В общем, вот теперь все. Первый снег. Ура. Только он мокрый. Первый снег. Да. 28 ноября. Вот этот. Просто. Кайф неописуемый, реально. Очень классный. Очень прям. Да, прекрасная американская жрачка. Да, давно не было жирков у нас, так что... Окей. Так, мне пришла посылочка. Давай сейчас посмотрим, что там будет. Какая защита. Ого. Там записочка. Thank you for your purchase. Какое-то что? Так, открываем дальше. Так. Ба-ба-ба-ба-бам. Та-дам! Кольцевая лампа. Так, теперь главное, чтобы это все... Конечно же, работала. Боже, посмотрите. Кайф, офигенский. Да, наконец-то смогу, наверное, красиво макияж фотографировать. Ну, надеюсь, и не только. Сейчас буду разбираться с системой. Класс. Моя мечта сбылась. Это подарок.
Спасибо. Вообще супер. Педали, он заглушается. Демпфера подходит к струнам и глушит звук. Левая педаль. Это для приближения молоточков к струнам. Смотрим, молоточки приближаются к струнам. Изменяется тембральная окраска на более мягкую. И третья педаль, центральная. Она имеет функцию глушения инструмента раз в 10. Нажимаем. Есть специальный механизм нажатия, при котором модератор опускается и молоточки начинают бить по струне через определенный фильтр. Можно играть хоть ночью. Убираем. Видим разницу звучания. В современных инструментах сохранился тот самый звук и клавесина, и челисты, и фортепиано. День увольнения. Эй! Кстати, да, можно на вешалку встать, вниз куда-нибудь. Итак, отмечаем мое увольнение, да, ребята. Иногда в такое время радуются люди, когда их увольняют. Они, ну, как бы, они наоборот. Вот, смотрите, какая у нас вкусняшка. Два сета. Вот такой черненький, вот такой с рыбочкой. Боже, это просто объедение. Вот это самое очень вкусное в прогрессе, кстати. Вот это два сета. Четвертый и, я не помню, 12, 11, какой-то из этих. Боже, очень вкусно. Сейчас еще осталось лимончик принесем. Васаби, соевый соус, еще ореховый соус. Ну, в общем, вау, поляночка. Вот такая вот вкусняшечка. Все, всем приятного аппетита. Ну, и кто-то будет кушать. Hello! Сегодня 11 декабря. И я покажу вам закупочку еды и немножечко косметики. Да, давайте. Так, это здесь расчлененка курочки копченая. Это ее хорошо бы вот в салате. Для Статика купили. Здесь у меня коробка с тайной. Это, ладно, потом оставим. Коробка с тайной. Дальше вот такое вот, как называется? Рулетик. Рулетик. Потом лайн такой белый. Батончики. Потом вот такая водичка. Nice Mint. Очень вкусненькая, да. Потом вот такое чудо-творожочек. Нет, это пудинги. Пудинг такой с ванилькой и пудинги с карамелью молочной. Очень вкусно. Дальше такая Heinz кукурузка сладкая. Кстати, очень вкусная. Потом тоже для салата это все у нас ананас кусочками. Далее яички, маслице, грибочки, майонезик, огурчики. Это все для салатика. Вот, очень вкусный. А еще молочко. Молочко, да. Давайте покажу, что здесь. Хелп. Аккуратно, аккуратно. О. Пицца. Да, кусочки пиццы. Да, расскажу. Это тоже расскажу. Так, я покажу еще, что у меня по косметике. Вот такая интересная тушь. Wow Make It. Мульти маскара волюм. Кстати, завтра я еду к Кате на ногти. Записалась. Далее.
Вот такая вот палетка интересная. Смотрите, красивая, смотрю, вишневые красивые цвета. Это Evelyn Cosmetics. Вот эти блестки там с синеньким. Тут не видно такой шиммер. Но я знаю такие очень красивые, да. Потом вот такой себе купил от Reluen карандаш как раз для бровей. Он, кстати, серенький. Как раз я такой искала. Мягкий, в принципе, думаю, хороший. Так, что у меня здесь еще? Это вот такой вот этот основа под макияж. Да, тоже от Reluen. Так, и вот такие вот желатинки Berries, да, такие ежевички. А, ну и такая еще звездочка, красивенькая. Ой! Вот, поэтому все, немножечко бьюти, немножечко еды вам в ленту. В ленту, да. Вот, так что как-то так. Все на этом. Покеда. Новые ноготочки. Красота. Класс. Там первым. Там классно. Там боксер, он вам подскажет. Там сразу вот здесь. Угу. Только посмотрите, это готовые луки уже висят. Это два костюма, кстати, мужской и женский. Вот моя прелесть. Новенькая пальтишка. Sweet Lolita, классно. Вот моя Харли Квин. Вот моя еще Харли Квин с Джокером. Новое такое еще одно пальто. Да, все просто тут в обновочках. В этом хочу Новый год встречать. Красивым таком. Там еще черное. Там вот такой просвещающийся. О, май гад. Прелесть. Но этот лук просто бомба. Ну и этот топик тоже. Вот так. Сегодня 13 декабря, да. Вот так я ярко выгляжу с варежками. Да? Идем в магазинчик посмотреть вещи. А, плюс подарки тоже надо. Посмотрите, как красиво у нас. Зимушка, зима. Наконец-то наступила. Классно все. О, сейчас скажешь, что я красно-белая. Вот, ну все, идем, короче, гуляем. И шепнемся. А, смотрите. Вот она ты. Как они еще делают? Ой, а он лепится. Так не получится сделать. Я могу только комок сделать. Как котик, помнишь в рекламе? Типа. А он просто слишком липкий. Шел. Кто видел, тот видел. Наверное. Доброе утро! Начинается с доставки и оплаты еды любимым. Сейчас вам покажу. Смотрите, три мешка привезли с доставки. Покажу вам сейчас свои продуктики. Вот то, что мне заказали. Спасибо большое. Смотрите, это бананчики. Здесь у нас килограмм бананчиков. Ого, ого. Уже столько, мне кажется, не ела бананчики. Далее. Килограмм мандаринчиков.
круто. Клементинка. Должны быть все как надо. Ой, клево. Видите, у меня какой-то, как это, не авитаминоз, как называется, когда хочется эти фрукты. Это гранаты. Это хотелось тоже витаминчиков. Потом лимончики. Смотрите, мне кажется, мне так летом не хочется, как бы, как типа вот сейчас хочется. Далее, это таких два сырочка с мармеладками, люблю их. Потом вот такое вот моцарелла сырочек, думаю, тоже можно сделать салатик. Там с лимончиком, помидорчиками, вот. Потом вот такое молочко, свежие новости, 3,5-4%. Потом далее к молочку вот такие хлопья, видимо, глазированные, с жирафиком. Угу. Потом творожок, такой 9%, Савушкин. С творожком можно вот сгущеночку. Сгущеночку, смотрите, сколько медальчик. Рогачев, о-о-о. Да, потом... картошечка, тут 2 килограмма красного картофеля, все по пакетикам, все как надо. Потом вот такая минералочка бонаква, они все меняют дизайн, смотрите, это теперь, ну, она есть, малинка, новый дизайн. Далее вот такие помидорчики желтенькие, тоже же быть вкусненькие. Бабушкина кухня, гречечка, и вот такие вот Три коробки мяса свининки. Вот написано, что тут написано. Поросеночек, все дела. Надеюсь, там будут прожилки всякие, сальцы. Люблю просто самое. Вот. Где-то по 500 грамм примерно здесь. Вот. Вот такие продуктики. Вот такая вкусняшка. Сегодня так с утреца. Спасибо большое. Видите? Класс! У меня есть еда. А у вас есть еда? Это Беларусь шел 20-й, конец 20-го года. Вот. Вот. Это вот. Это вот. Вот это ценно. Вот это вот прям вот обалденно круто. Смотрите, какая вкуснятина. Ого. Все. Вот такой обзорчик. А вот такая е-доставка, в принципе. Удобно, нормально, хорошо. Тебе еще позвонят перед этим, уточнят. Скажут, через сколько они приедут. Ты такой же готовишь, там, куличи успеваешь напечь, хлебом солью встретить. Да, вот. Поэтому как-то так все. Всем спасибо за просмотр и пока. Ой, пицца такая. Да. Вот он. Стой. О, сколько палочек. О, господи. Они думают, что это 4. Опять они по отдельности. Угу. Они не могут в одну все положить? Или чтобы не запутаться? Может, чтобы не запутаться. Ложи. Открывайте-ка. Развалюшки. Лена, все равно какие они вкусненькие. Да. Но. Не открываются. Опс. О. Красотенюшка, вкусняшечка. Бон аппети, господа. Бон аппети, прогресс. Покажу вам мини-закупочку. Смотрите, какая прикольная рисовая слайсы. Прикольные рисовые слайсы в белой глазури и в молочной глазури. Смотрите, как симпатичненько. Это в магазине 3 цены. А еще... Ой, ты какой 3 цены, господи? Остров чистоты! А вот эти мармеладки, желатинки, как там... маршмеллоу. Это тоже в острой чистоты. И это... Это купила в Миле. Такой, да, вот такие наклеечки для ногтей, сережечки. Такие были, но сломались при открытии. Так, это у нас fixed price. Прикольненькие. Так, водичка, наверное, тоже fixed price. Это мои штанишки с гринчом. И смотрите, что у меня появилось. Какие две милашки. Малышки-милашки.
Мур и Мяу. Мур-мяу. Классненькие девочки. Отправиться в коллекцию моим настенным. Вот такие красоточки. Ну что, все? Будем сейчас пробовать. Кстати, это очень-очень вкусно. Прям вообще советую. Классно. Смотрите, еще. Я видео записываю. Смотрите, какая у меня новая косметичка. Видите? Оп, оп. В, значит, вендетта. Виктори. Вот такая, не знаю. У меня все косметички маленькие какие-то. Все мне не вмещается ничего. Может, это хотя бы такая будет. Ух, толстенькая она. Размером как моя сумочка. Примерно. Кстати, очень вкусно пахнет, прям вообще. Очень, как будто какой-то чай. Написали нанести маску, и 15 минут ее надо, ну, держать. А потом снять одним слоем, либо домыть водой. Сейчас посмотрим. Вы видите это? Она блестит. Она блестит, офигеть. Как красиво. Маски, кстати, очень много, и одно это отделение, я думаю, можно использовать на два раза. Вот, поэтому сейчас положу в холодильник эту маску, ну и плюс вторая часть, она закрытая. Чувствую какой-то легкий холодок, такое пощипывание небольшое. Маска блестит, это прикольно. Вот, и очень-очень приятно пахнет, поэтому через минут 15 я буду ее снимать, написано снизу, должна быть как пленка. Поэтому... дальше будем уже смотреть, как и что. Мы тем временем. Будем кушать. Как его называют? Гранат, вот. Уходит за все рамки. Потому что не ты на глазах стираешься и исчезаешь, а я. Ты говорил, что поможешь. Ты тоже смотришь? Да, ау! Она вот так плотно. Она мне сейчас это, знаешь, почистит мою мохнатую щечку. До слез. Сыворотка правды. Ее не бывает. Так, все. Ближе к делу. Я упрощу там тебе задачу. Только не наносить на зону губ, зону бровей. Где? И давай зону скотт, под глазами. Так у меня вот здесь, только вообще как-то мне воском нанесли, так я чик. Вот здесь мохнатость эту. Ну, на бровях немножко осталось, ну ладно. Почистили. Сделали из мохнатого зверька человека. Прикольно.
of my heart. I just really need a brand new start.